Всем привет, с вами Такс, и обзоры серверов продолжаются, на этот раз обзор на сервер Skrillex Roleplay. Итак, регистрируемся на сервере, вводим пароль 123456, как всегда, так. Согласен. Так, я всегда согласен, я Герасим на все согласен, пропускаем, так. Давайте за транса, я не хочу за бомжей бегать, вот берем этот скин сразу. Отличный скин, так, появляемся на респауне, так, что мы видим? Вот, скутеры надо взять, вон там еще один трансвестит ездит, трансвеститы тут... Причем с ником... А, нет, не показалось. Миша, это Маша. Вот тут у Мэри очень довольно интересный маппинг. Это вот такая вот закусочная. Тут вот такие вот преграждения. Своеобразная решетка. Вот раньше... Ну, на всех серверах принята какая-то такая полусеро-полубелая решетка. Здесь такая прикольная. И, о боже, они сделали этот переезд для людей. Прямо вот здесь вот. Видите, дырка, чтобы переехать можно было. А, список работ для этой секси-девочки просто стандартный, ничем он не отличается от других серверов. То есть в мэрии все как всегда, все обычно. Вот что я заметил на этом сервере, это очень много проводится мероприятий всякие от администрации, и онлайн довольно тут хороший у этого сервера. Также маппинг, он... Вот, видите, именно вот что я хотел показать, это ограничитель скорости. Точнее, не ограничитель скорости, а его измеритель. То есть если вы превышаете, вам дают штраф, он стоит вот в этом вот месте. Так, он сейчас выключен, 60 км в час ограничение, но его выключили, это правильно, потому что это автострада такая, главная дорога, трасса, тут нет смысла включать ограничение 60 км, но хотя там уже такая довольно жилая зона, жилуха такая, и там лучше бы включили на самом деле. Ну, главное, что бомжи, они не будут гонять, потому что с этого деньги списывают, хотя денег тут дают много, но сам вот эта вот реализация выглядит прикольно. Также на дорогах стоят и простые дорожные знаки, 90 км в час ограничение вот тут он имеется. Этот знак, кстати, сделан, он не в GTA самой имеется, он реально создан тут. Ну и самое главное, что правильное расположение этих ограничителей, вот ограничитель уже. Там, то есть, знак предупреждал, что сейчас будет 90 ограничения, а этот скорость измеряет, и он, то есть, штрафует тех, кто не посмотрел на это. Так, вот я приехал к автошколе, так вот она выглядит у нас, давайте внутрь зайдем, посмотрим, почитаем. Так, кстати, скутеры тут синенькие, то есть, разноцветные, там, по местам где-то взяли, так, но это вообще не важно. Вот, автосдача, то есть 500 вирт, все по стандарту, также надо вылечиться заодно. Я вот не знаю, что синяя полоска вверху, то ли это голод, то ли это усталость, ну, то есть выносливость. Так, запрещено драться, я рад. Также есть такая важная штука, точнее, ну, такая команда, которая, контракт называется. Так, давайте объясню. Это, короче, команда, которой вы заказываете человека, то есть хитманы, тоже те же охотники, те же, не знаю, наемные убийцы, как это объяснить, но вы поняли меня. Выполняют задачу, которую вы ставите посредством ввода команды. Съебись с монитора. Так, контракт, 20 ID, так, да, и сумму. Ну, давайте, вот так вот. Нет, давайте 400 тысяч. Я заказал, максимум 100, ну, ладно. Так, отлично, я заказал Женю Мурса, хрен выговоришь, короче. Транслитом никогда не умел нормально читать, меня это бесило на самом деле. Вот. Так вот, я как настоящая баба, да, я же за бабу играю, ничего не транслиситы, что, баба, девочка настоящая, скайп дам, Витя 228, блядь, микро нету, вот, ВКонтакте не сижу. Вот, я настоящая баба, которая заказала другую бабу, все бабы должны убивать друг друга и заказывать друг друга, а как иначе, они так и живут все. Секрет долгой жизни раскрыт, просто смотреть на вот это вот на мониторе, главное не сворачивать, или вот так вот, так даже лучше. Так, в общем, я тут хочу вступить в рифа, именно в рифа, вспомнить старые сампарпешные времена, так, давайте проверим, насколько вообще адекватны здесь бандиты, обычно это мясо сервера, так, хола амигос, хола, так, ну у меня акцент типа ола, я хочу заселиться в отель, да, правильно, заселиться, что это заселиться в отель, к вам. Есть свободные места. Трое РП, пацаны, короче, пока что не убили. Ну еще бы я такая. Вот две биты уже. Да ни хрена себе. Так. Я после этого, я просто не знаю, что дальше обычно убивали. Так, пройдемте за мной, обычно убивали, да. Ты не видишь, я на альте только так могу ходить. Я же цыпочка. Цып-цып, блядь. Цып-цып-цып, сука. Цып-цып. Так. Респаун вот так вот выглядит, кстати, у рифов, да? Так, что дальше у нас будет происходить сейчас?
Ну же. Давайте, давайте. Не против. Даже чаем угощают. Какие рифы-то добрые у нас. Не зря я в рифы пошел, да? Уровень РП просто зашкаливает. Так, давайте посмотрим, прям там бухло лежит, ну ладно. Так, как сесть? Блять, ник-то у меня Алексей Таксир, а я баба. Ложку. Кто там зашел? Кто это? Чё, чё тебе надо? Это бар, это не бар, это... Да, это бар. А нет, это не бар. Не бар это, не бар. Три кубика, три ложки, поварёшки. Так, что дальше будет происходить? Чайком угощают, но как бы приглашение бабу на чай, это обычно не чай. И вообще кофе. После слова такс, через к, главное что, я должен был убежать. Такс, меня просят паспорт, выход из тира и лицензии. Так, шоу-пас 9. Так, не знаю, как показал. Показал, выпи... Показала, я же девочка. Выписку из тира. Лик. Шоу лице. Шоу лице. Шоу лице. СС. 9. Вот так вот сойдет. Короче, хватит им. Вы должны меня принять. Отлично, стреляйте. У меня скиллов-то нету. А, отлично стреляю. Я думал, отлично стреляете. Все. Мне комплимент делать, я же девочка. Так, даже не обратили внимания. Ну, здесь, да, я читал, что здесь... ну, трепетно относятся бандиты к набору, потому что все в ПДшках там. Банды здесь РП, наоборот, соблюдают, нежели там менты. С детства тут живу. Отель нужен. Устроиться, а зачем мне сюда? Я хуй знает, зачем мне сюда надо. Ну, блядь, поворовать маты, конечно, и покачать скилл, я потом уволился, но нет. Так им сказать-то. Вот так вот сойдет. Они же не будут равнодушными. Да. А вы в курсе, что тут опасно? Пиздец, опасно. Убьют, да в больницу появится. Еще опасного? Опасно только то, что время много просираю. Да, в курсе. Привыкла. Принимайте уши. Нет. Бомжи зашли. Я в банду. Сука. Пришел бомж. Я в банду. Так, тип форма. Ми. Взяла форму.
Не. Блядь, сука, это бомж, что ли? А, нет. А, вот, вот оно как. И тут тера идет, короче, уже сразу все меня приняли, какая красоточка. Остальные, короче, сразу потолстел. Бомж мой скутер еще угнал. Убивай его, сливай. Сюда тебе. Так, тут опять мероприятие происходит. Так, давайте все-таки на него телепортируемся. ММ, так, ага. Мероприятие, так. А, репорт. МП. Вот таким вот образом наш на это телепортирует сейчас. Вот, отлично, мы должны ухватить монстр, отлично. Так, берем монстр розовенький. Мы же девочки. Так, все заводим. И какой смысл вообще этого мероприятия? Сейчас узнаем заодно. А, цель мероприятия проста. То есть монстра нам дают для того, чтобы мы давили картинг. На картинге будет админ вот этот и гонять. И вот, и мы должны его взорвать вообще, ну, короче, убить его. А, вот, надо, тот, кто его взорвет, вот именно. Все, он будет удирать, а мы его будем взрывать. Так, садись, чувак. Ну, садись, картинг, садись, садись. Так, все, он, сука, он не сел. Так, все, теперь он сидит. Так, вот, красный лист у него. Ну же, ну же, ну же. А все, началось. Сука, гони, хрена себе. Сука, да не меня, дебилы. Это вообще-то выглядит прикольно, слушайте. Во-во-во, полегче, я за ним сейчас. Я всех тут подрезаю, всех в этом, ну, это мастерству просто. Пошли в жопу. Сука, это, это вообще выглядит, знаете, как тюлени. Ай, блядь, дебилы, меня сейчас взорвусь. Идиоты сейчас все друг друга еще повзрывают. Ну все, я не выиграл, ну ладно, хрен с ним, зато это было весело и прикольно. Ну реально, зрелищно, точнее даже.